Вот какой у нас огород перекопали. О, какой глина. Ну, я надеюсь, что вы поняли, что это шутка, что это не огород никакой, а просто накидали сюда глины, потому что решили углубить мой прудик. Сейчас покажу. Прудик был у нас с карасиками, и обсох, и все карасики померли. И вот углубили немножко прудик, и все вот это накидали туда, в низинку. А прудик вот сейчас вот дожди зарядили, будет наполняться. Ну, карасиков придется заново запускать. Вот. А так вообще дожди. В Петербурге началась погода плохая, петербургская, промозглая. Такое настроение уже. Хандра такая осенняя. Ой, облетело как все. Еще вот буквально пару дней назад рябинка как-то была поприличнее. А сейчас он все уже облетает. Это так и лежит. Это тоже. Так что тоска. Ох, намылся зато мой малыш. На самомытье. Уже. А у меня вон прикол какой. Она собралась цвести. Один у нее и второй. Совсем бешеная роза. Уже вообще все уже выкопано. А какие зацвели. Эти до Нового года стоять будут. Это кто такой на даче балдеет? Это кто прибалдел? Это кто прибалдел? Сонька, ах ты ж проститутка. Моя любимая деточка. Хорошо на даче? Thank you.